после долгих поисков и везде по Фукуоке наконец нашли музейный комплекс, цель которого показать проникновение, попытку инвазии, как правильно называется, монгольских захватчиков на территории Японии, так как Фукуока расположена на западе острова Кюсю, как я уже говорил, это ближайшее расстояние до корейского острова Пусан, где около 300 километров сейчас туда ходит паром. И именно со стороны Пусана монгольские войска пытались проникнуть на территорию Японии, на остров Кюсю. Показано вооружение японской армии. Уже более позднее вооружение найдено на территории Фукуоки. А здесь находится макет проникновения. Вот это бухта Хаката, Фукуоки, сооружение противопроникновения. Показано противопроникновение. А сейчас мы их проследим. Они шли на восток. Монголы шли с востока. Это Цусимские острова, расположенные в печально знаменитом Цусимском проливе. И, наконец, корейский полуостров, порт Пусан. По прямой здесь около 300 километров. И монголы шли, вернее, попытались совершить два похода со стороны Пусана. Первый и второй. И оба раза тайфун разметал монгольский флот. Япония была спасена от нашествия. Таких судах японцы осваивали побережье, а затем после развития флота, развития последовало монгольским нашествием, стали пиратствовать и грабить как свои берега, так и берега Кореи, затем берега Китая, Филиппин и Индокитая. Элементы японской батареи. Везде свирепствовала жестокость.
Также элемент идет героическое сопротивление. Батальные элементы, показывающие, как японские воины побеждали врагов, захватчиков. Это схема защитных сооружений залива Хаката, которые были построены и тянутся на протяжении около 20 километров, даже в настоящее время сохранились. Это настоящие японские самурайские мечи. Различные типы стрел, различные наконечники. И луки. Очень больших размеров. И еще раз покажем окрестности, прилегающие к музею, и бронзовую фигуру. Рядом с музеем монгольской инвазии на территорию Японии.
Вот такое типичное японское здание. Аж голубой крыши. Это и есть музей монгольского. Попытки монгольского нашествия и проникновения инвазии на территорию Японии. На остров Кюсю и город, и местность, прилегающие Фукуока со стороны корейского полуострова от порта Пусан. Но дважды, попытка совершалась дважды, и дважды тайфун разметал монгольский флот. А рядом расположен исторический парк, как сказал агент, вот он идет, что это памятник мистеру Камияма. Кто такой Камияма, пока не знаю. Подойдем поближе, выясним. Камияма. Фонтаны такие. Это и есть памятник Камияма. Показана карта Фукуоки и достопримечательности. Вот сейчас мы находимся здесь. Монголиан мемориал Эдишн. А пароход наш стоит. То есть мы находимся в Фукуоке. А пароход наш стоит вот здесь. Порт Хаката. Это порт International Terminal.